А в Астане сегодня определили победителей международного турнира «Беркучи». Состязание является подготовительным для участников всемирных игр кочевников, которые пройдут в столице Казахстана уже в следующем году. Несмотря на обширную географию участников, все призовые места сегодня достались казахстанским «Беркучи». Как удается управлять столь ловкими и сильными птицами, узнавали мои коллеги. Диас Кунтуган – внук легендарного беркучи Кунтугана Токтыбай-Улы. Именно в честь его прославленного деда и проводится этот турнир. Сегодня мальчик – один из самых молодых участников состязания. С охотничьей птицей он впервые познакомился еще в 5 лет. Наш дедушка с детства приучил нас обращаться с беркутом. Я вырос в ауле, поэтому даже не боялся хищной птицы. И находясь рядом с Аташкой, я многому научился. Приятно осознавать, что я продолжаю обычаи и традиции своих предков и призываю своих сверстников приумножать их. Сегодня в пригород столицы приехали беркучи из Кыргызстана, Монголии, Китая и со всего Казахстана. Мастерство как беркучи, так и самой птицы определяли по нескольким видам заданий. Ястребам, соколам и беркутам предстояло вовремя откликнуться на зов хозяина, прилететь на руку, успеть поднять условную добычу, а главное – показать свои умения в реальной охоте. Опытный охотник Нурлан Молдаханов приехал из Кыргызстана. Он является главным тренером по кыргызскому национальному спорту «Салбурын» и прилагает много усилий для популяризации данного вида спорта в своей стране. Раньше мы обменивались опытом с казахстанскими беркучи. Также проводили совместные тренировки. На этот турнир мы привезли 2 птиц, потому что Астана находится далеко от нас, и возить беркутов является нелегкой задачей. Международный турнир среди беркучи проводится с 2016 года. Организаторы надеются, что подобные соревнования позволят сохранить наследие предков и популяризировать традиционные казахские виды спорта. В следующем году вы все знаете, что у нас проводятся всемирные игры кочевников. Порядка 3000 спортсменов будет по 25 видам спорта. И в том числе в этих же играх в программе также есть данный вид спорта. И мы считаем, что это как раз таки касательно местности. И плюс это, как бы, можно сказать, что предварительная как генеральная репетиция перед этими всемирными играми. Сейчас возле меня стоит беркут по имени Музбалак. Он является победителем многих республиканских и региональных турниров. Его вес составляет около 4600 граммов. И его мощность в таких состязаниях оценивается по 11-бальной шкале. Стоит отметить, что высокое мастерство таких беркутов вызвало восторг на этом турнире и сделало это состязание своей зрелищностью. Ведь дрессировать таких хищных птиц является настоящим искусством. Алия Кульмагамбетова, Кошкарбай Калиев, Жибек Жола.